Рабочий день в сочинском перинатальном центре сегодня начался не совсем обычно. Сотрудников роддома поздравляли с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Главная акушерка перинатального центра Инна Кондратенко щедро раздает грамоты и подарки. В их работе важен труд каждого, и потому важно отметить всех, будь то врач или санитарка. Смысл работы – помочь другим. И, конечно же, поддержать имидж свой, чтобы мы были для тех, кто приходит, настоящей поддержкой, настоящими советниками. Потому что люди обращаются и просят: помогите. Инна Кондратенко в профессии больше 30 лет. Все годы проработала в Сочи. В ее трудовой книжке всего две записи – акушерка и главная акушерка. Добрый день. Здравствуйте. 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 Написали уже, да? Написали уже, готово. Да. Сейчас росписи, подписи собирают. Работы у главной акушерки перинатального центра всегда много. Уделить внимание пациентам, организовать сотрудников, помочь молодым специалистам, да и бумажной работы хватает. Строгая, требовательная, справедливая, профессионал с большой буквы и просто хороший душевный человек с отличным чувством юмора. Так говорят о ней коллеги. И все это так важно в нелегком труде акушеров. Это человек, который действительно на своем месте входит в положение каждого из сотрудников, готова прийти в любую минуту на помощь. И вообще, как человек, она очень приятный и добрый. Поэтому нам с ней работается легко и хорошо. После трудного рабочего дня Инна Кондратенко возвращается домой уже год, как в собственную квартиру. Жилье в так называемых волонтерских домах – это заслуженный подарок от главы города за годы, отданные сочинскому здравоохранению. Я очень благодарна, довольна. Документы были собраны очень быстро, как-то такое было доброжелательное отношение, это на самом деле так. Пришла, дали ключи, показали, все к месту. И жилье, и дороги новые построенные, и работа любимая, все рядом, все близко, и все кстати для нас. Инна Борисовна живет в квартире с мужем. Ремонт уже закончили, но обустраивать жилье продолжают. В их доме всегда много гостей. Родственники, коллеги, всегда желанные гости, рассказывает хозяйка квартиры. Кстати, таких же счастливых обладателей собственных квадратных метров из числа медиков с каждым годом в Сочи становится все больше. За последние 3 года город подарил врачам и медсестрам 160 новых квартир. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания «ВКТ». Редактор